Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин antlife.com.ua. Я уже записывал для вас обзор на эту модель. Модель называется THL-W200. Однако просто хочу показать вам, что данная модель существует еще и в белом цвете. И хочу, чтобы вы знали, как она может выглядеть. Рассмотрим с вами просто внешний вид данной модели. Вот такая вот она внешне. Вот с таким вот бампером она поставляется. Могу сказать сразу, что это сугубо такой женский вариант с розовым бампером, очень симпатичным, таким матовым. Задняя крышечка у нас в данной модели тоже не глянцевая, она матовая, она не остается на ней никаких следов отпечатков, то есть я вот своими жирными пальцами залапываю ее, и ничего абсолютно нету. Модель, в принципе, очень так достойно выглядит. Обычно, как всегда, поставляется вот эта пленочка сверху, она двойная, потому что многие люди не понимают, что под этой пленкой еще один слой, и какие-то пузырьки по краям экрана расценивают вот такие пузырьки по краям экрана расценивают как брак экрана. Я этого не понимаю. Есть также вот такая вот каемочка, сделанная как будто она металл, но это пластик, который покрашен. Вот эти все разъемы стандартные, разъем под наушники, зарядка. С этого бока качелька, точнее кнопка включения. Кстати говоря, в черной версии, как мне казалось, эта кнопочка ходила. Тут она вообще не ходит, она так плотно, как влитая, сидит в этом корпусе, и поэтому такого момента нету. Под крышкой модель абсолютно такая же, как и была раньше, абсолютно такой же аккумулятор она имеет, как и имела раньше. В принципе, лично как по мне, то черный вариант смотрится, конечно, солиднее. Вот эта вот передняя панель полностью черная, там не видно даже разницы с экраном. То есть корпус и экран, оно одного тона и смотрится просто шикарно. Белый вариант, как для меня, то немножко попроще. Но если покупать смартфон для девушки, женщины, девочки, то, конечно же, белый вариант предпочтительнее, тем более, что есть вот такой вот розовый бампер и смотрится довольно-таки шикарно. Спасибо за внимание. Комплектация абсолютно такая же, то есть все технические характеристики данной модели такие же, как я уже снимал обзор. Ссылочку можете посмотреть вот здесь, на эту модель обзор. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями, будет всегда интересно. Всего доброго!